В регионе первый смертельный случай, причиной которого, возможно, стал коронавирус. Диагноз был подтвержден нашими специалистами, но результатов экспертизы из федерального центра еще не было. Пациентка находилась в стационаре Северного медицинского центра имени Семашко и лечилась от хронического заболевания. Но через какое-то время появились симптомы коронавируса, после чего женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в инфекционное отделение областной больницы, где она скончалась, несмотря на все усилия врачей. На карантин закрыли сам центр Семашко, у персонала были взяты пробы на коронавирус, но, к счастью, ни одна из них не подтвердилась. Добавлю, что за минувшие сутки в Архангельской области 7 подтвержденных случаев коронавируса. Таким образом, в нашем регионе 31 инфицированный, 5 полностью выздоровели.